Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героя. Продолжаем играть за зомби. Так, падает тень. Супермозг. Слушай, мне кажется, лучше здесь, наверное, играть за мехом. Не уверен, конечно, но попытаться нужно. Так, выбираем его, короче, и поехали. Зеленая тень против замеха. Давай посмотрим, кто сильнее. Так, что у него тут вообще хоть будет-то? А что мне такие карты-то сразу подкидываете? Во, вот это другой разговор. Так, это, наверное, оставим. Спортивный зомби. Давай-ка попробуем поменять. Во, нормуль. Так, и что у нас тут? Растение сила. Во время этой миссии растение при использовании получает 1+1 до конца хода. Зашибись. Как всегда, ребят, поблажки для растений. Как всегда. Так, ладно, вытягиваем карту. Пенек. Пенек вызвал. Блин, он с атакой. А, ну да, 1+1 получает. Это плохо. Ну давай, будем приступать, ребята. Высовываем с вами вот этого вот зомби в броне. А он делает заморозку. Плюс вытягивает карту, да? Ага, ничего он не вытягивает. Так, а мы с вами пенек бомбим. Так, у него 4 карты всего лишь пока. Давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем вот так. Поехали. Пенек-то ах ты упырь. Смотри, что сделал, а. Так, ну ладно, здесь обмен. Пенек. По идее, должен погибнуть, да? А, он же прапался. Он будет 1-1. Или не будет он 1-1, эй. Пень. Я даже не знаю. Ну, давай вот так вот поставим. По крайней мере, у нас будет защита. Так, а что он там будет сейчас мутить? Так, растение получает +3/+3. И рикошет. Только не говори, что ты мне вот этого уберешь. Но, друзья мои, это все уже. Это уже сделано специально. Тут по-другому не скажешь. Это сделано специально. Именно рикошет и уничтожает именно того, кто у меня прапанный. Так, хорошо, давай смотреть. Сейчас не удивлюсь, если опять у него будет рикошет. Нет, надо же. У тебя нету рикошета, ну тогда получи 2 единицы урона. И уничтожаем этот пень. Так, вроде бы пока нормуль. Что будем с вами делать? Так, выставим вот этого зомби. Так, эволюция нам пригодится, кстати, эволюция-то. 4-5, и вот так вот сделаем с тобой. Наносит 1 урон при появлении. Кто тут у нее? Только не говори, что ты будешь сейчас заморозкой пользоваться, а? Растение, так, что там бонусную атаку наносит еще? Эй, тихо. Так, я могу нанести 1 единицу урона и плюс сделать вот таким вот образом. Ребята, ему не жить. Я его уничтожаю. Ну и наносим урон. Так. Защита сработала. У него добор карт там, да? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Так, ну мы с тобой делаем здесь все легко и просто. Просто вызываем вот это вот сооружение, да, которое нас будет делать неуязвимым. Но у него, как видишь, заморозка. Он вытягивает карту. Все у него есть. Сейчас сделать себе добор. Да? Все идет к этому, что он будет сейчас добором заниматься. Что делает, а? Так, кого он заморозит мне сейчас? Твою ж налево. Ну, по крайней мере, мы получаем неуязвимость. А почему я не могу использовать? Это же заклинание. Странно. Так, ребята. 5 в лицо, у нас остается 10 хп. Это печально, очень печально. Хиляемся, естественно, сразу будем делать хил.
Тут даже говорить не о чем. Посмотрим, сейчас у него, наверное, будут тут рикошеты, заморозки. Что он там сейчас придумает, я не знаю, ребят. Замораживает кого? Естественно, вот это, да? Нет, почему-то очень интересно, почему он замораживает именно вот этого мне зомби. Что он ему так не приглянулся-то, а? Так, два в лицо. И тут выживает, да, этот охламон? Этот охламон выжил. Ну, давай я сюда поставлю вот этого рестлера. Мне больше нечего делать, друзья мои. Так, пропускаем ход и смотрим. А все? Ах ты! Что он там взял? Я не знаю, ребят, но ему крышка. Я просто боялся, что он сейчас возьмет эту выстрел, который бьет прямо персонажа. Ну, по центральной линии. Но ничего он не стал делать. Так, 50 жетончиков в копилочку. И мы с вами продолжаем. Ребят, первый бой. Удачно. Так, кто у нас здесь? Я, наверное, пока ставлю замеха. Вспышка на солнце. Блин, сейчас опять начнется со своими подсолнухами тут. Ширипунькать, да? Ну, давай вот это заменим и вот это. Ну, вроде бы неплохая рука. А, тут сохраняется? Блин, ребята, эти условия сохраняются. Что плюс один растения у него будут получать. Меня это вообще не радует. Меня это вообще не радует. То есть он сейчас будет, ну да, вот эти вот подсолнухи свои, да? 3-1 станет. Ну и как мне его тут бомбануть? На каких-то подсолнухах теперь будем зависать, блин, ну трындец. Он ему еще и 2 энергии даст. А, нет, ребят, нет. А что ты не погибаешь? Вот. Другое дело. Так, вызываем с вами зомби с газетой. Так, зомби получает минус 2, минус 2. Уничтожает, да, короче, мне? И опять подсолнух. Так, а что у нас здесь? Зомби получает... Это понятно, это все не то. Блин, не нравится мне. Сейчас он... Солнышко даст. Ай, как плохо-то, а? Ай, как плохо, друзья мои. Что я могу сказать? Ну ладно, давай выставим с тобой зомби. Сейчас, наверное, прикроет его. И с ними и так-то сложно драться, когда не без всяких этих выкрутасов. Блин, так тут... Смотри, что делает. Что я могу... Здесь, позволю себе. Ну вот так вот только сделать. Сам не знаю, зачем я это сделал. Ладно, пускай будет. По крайней мере, один подсолнух мы уничтожим. У него хоть и карт там маловато. Карт всего 3, но сейчас еще одну возьмет, будет 4. Зато с энергией у него там полный порядок. Так, если я вызову вот этого вот, что он мне даст за карту? О, все спортивные зомби, да, получают неуязвимость. Я согласен. Поехали. Ну, что-то там задумался опять, а? 4 карты. У меня тоже 4, но у меня стол забит. 2 урона кому? Ему? Понятное дело. Я даже не сомневался в этом. Так, окей. Что у него там? 2 шампиньона еще высаживают, а? Ты посмотри. Но они сходить уже не успеют. Они уже пропустили свой ход. Так. Все, сдулись, да, ребятушки? Так, ну что, у нас с тобой... Блин, проблемы. Обалденные проблемы у нас с тобой. Вот что я могу тебе сказать. Выставляем сюда. И, наверное, вот так вот сделаем. У меня с картами вообще беда полная. Хотелось бы мне посмотреть, что. Ну, естественно, 3-3 и сразу 4-4 сделается, да? Наносит 3 единицы урона. Еще 3 единицы урона. Так, кому мы нанесем с тобой урон? Ну, я думаю, вот этот шампиньон, наверное, отсюда надо убрать.
Так, а хпшечку нам с тобой нужно восстановить, да? Я думаю, давай-ка, наверное, мы вот так вот сделаем. Отлично, поехали. Так, этот сейчас будет очень злой. Так, 5-5, отлично. По 4 в лицо. Одна карта у него всего лишь. Слушай, но я тебе скажу, что вроде бы... Я надеюсь, жизнь налаживается у нас. Все, пока, да? Я больше ничего не могу сделать. Поехали. Сейчас что-то будет выставлять куда-то. Подсолнушек, да? И еще один подсолнух. То есть в любом случае мы вот эти вот с тобой подсолнухи... Ах, не разберем. Он все-таки уничтожил, да? Ладно, у него всего один подсолнух на поле, друзья мои. Я не знаю, правда, как мне его уничтожить сейчас, если честно. Мне дают не то, что я хотел бы. Сам видишь, да? Неуязвимость. О, все. Дождался он свою кукурузу. Ну и ты сам понимаешь, что это все. Это фейл. Что мне здесь дают? 3 единицы урона растению я наношу. Спасибо большое. Ну вот как тут можно играть, блин? Вот таким вот, ребят. Ну это нечестный способ, понимаешь? Ну как вот? У него легендарные карты, блин. У меня нету нифига такого. Нету, понимаешь? Да ну тут, блин, бесполезно все. Бредятина какая-то полнейшая. И мало того, что у него легендарные карты, да, так у него еще поблажки. +1, +1 становится растением в начале хода. Ну это бред. Так, короче, замех. Я чувствую, мы здесь с тобой каши не сварим. Давай-ка мы перейдем, наверное, за супермозга. Офигеть. Просто офигеть, друзья мои. Значит, я должен своими примитивными картами драться, да? Что вы мне даете? Что вы мне подсунули здесь? Вы издеваетесь, что ли, надо мной? Так еще не дает мне ранней игры. Офигеть. Да иди ты своим... Получают они там. Я знаю, что они там получают. Давай вытягивать карты. Какие-нибудь нормальные только. Слушай, слишком много гаргантюа у нас в руке. Так, поехали. Естественно, он будет вызывать свои подсолнухи. Тут к бабке не ходи. Сейчас начнет тут их везде. Вот, видишь? Выставил. Удружил, блин. Так, ладно. Не забывай, что у него еще всякие там заморозки, всякая ерунда. О, видишь, у него уже 5 энергии. Молодец, красавчик. Что я могу еще сказать по этому поводу? Давай, давай свои супер там подсолнухи выставляй, что ты стесняешься? Вот, смотри, видишь. А чё бы и нет-то? А чё бы его так не сделать еще, а? Красавцы. Что я тебе могу сказать? Просто молодцы. Лучше, блин, не придумаешь. Опять сейчас энергию получит, да, солнечную? Получится она там у него дофига сколько. Оп. Видишь, уже 5 есть. Красавчик. Раздражает, вот серьезно тебе говорю. Вот в этом плане просто раздражает он. Наносит 1 единицу урона. Соответственно, этот минус зомби. Соответственно, и этот зомби тоже в минус. Да, друзья мои. Ниндзя, спасибо большое за ниндзю. Давай поставим с тобой. Нет. Ну, что делать? Ну давай так вот поставим. 4-4. И вот так. Надеюсь, этого хоть как-то пужанет. Ну, конечно, пужанет. Выставляет свою дребудень эту. Поехали, этого уничтожаем. 2 в лицо получаем. Защита срабатывает, нет? Нет, защита не сработала. Зачем?
Ты обойдешься без защиты? А зачем тебе защита, блин, нужна, а? Орей. Тебе никакой защиты не нужно. Курица, ты же все равно сейчас убежишь, да ведь? Что-то не стало убегать. Так, этому ханорику я все... И он еще наносит 3 единицы урона. Бонусная атака. Давай сделаем бонусную атаку, чтобы не выпендривалось. Ну 4 в лицо получим. У нас защита сработает. И что нам выпадет? В принципе, неплохо. 3 карты у него всего лишь. Так, он дает энергию. Я не удивлюсь сейчас, если появится эта кукуруза. Но мы, в принципе, можем уничтожить. Вот она, ё-моё, ну как же без неё-то? Как же без неё-то? Без роднули, без этой. Хорошо, что у меня есть вот этот, ребята, удар, а? Я просто рад тому, что... Так, выберите, куда переместиться. Да, вот сюда, я просто рад, что я ее не потратил. Вот эту вот штуку. Все, вот таким вот образом мы ее... Ать! Я не удивлюсь, если у него еще будет одна кукуруза. Что он там, 2 шампиньона размещает? Специально, что ли? Я не могу понять. Этот еще и выстрелить успевает. Че-то вы мне тут надавали, дребудени всякой. Ну и че? Четыре карты. Почему у меня... О, все. Все, ребятушки, приплыли, кажется. 6 в лицо, да? О, не 6, а 8. Ну все. Фейл. Просто фейл, вот и все. Ну что это мне бонусная атака дает? Да ничего. Слушай, а если мы с тобой возьмем нашего старого друга Разгрома? М? Может быть, с ним что-то получится? Кровожадность. Мне это не нужно. Видишь, у нас замех бесполезен здесь. Этот тоже бесполезен. Давай попробуем разгром. Разгром нас, ну, по крайней мере, не подводил в последние разы. Выбираем именно его. Попробуем. Может быть, с ним получится. У него все-таки карты довольно-таки сильные, серьезные. Но опять же, без бонусов. У него бонусы идут. Он за счет бонусов и выигрывает, в принципе. Так. Мне нужна ранняя игра. Блин, Йети, наверное, мы с тобой оставим, да? Оставим Йети. Спасибо, утешил. И здесь у нас есть с тобой хилочка. Так, размещает 2 шампиньона, которые сейчас мне вжарят 4 урона, прикинь? Офигеть. Начало игры. 4 урона, ну ладно, это хорошо, мы с тобой можем хильнуться. Так, дальше. Ну что, будем, наверное, прикрывать тылы? Фиг ли нам еще делать? Давай свои подсолнухи вставляй. Че, я не знаю, что ли, что он у тебя там есть? Это 3 становится, да, автоматом? Мне бы такой бонус бы. Я бы тут бы вообще бы как... Не знаю, кто был бы. Так, уничтожает растение 4. Давай вот... Берем того. Так, ладушки, друзья мои. 13 хп. Великолепно. Что я могу сделать? Давай вот так вот, наверное, поставим. Да ты заколебал, ну я серьезно говорю. Ты просто достал уже меня в корень, блин, со своими подсолнухами гребаными, блин. Чепушила хренов, блин. Че ты... Бля, у меня нет слов просто уже. Все, ребят. Мой мозг кипит. Уничтожает растение. Давай нафиг вот этого уничтожим. Достал тут уже, блин, копошиться. Так он сейчас еще что-нибудь выставит. Ну, о, видишь, у него ромашка, оказывается, есть. Понимаешь, ты это знал? Я нет. И эта ромашка нас сейчас накажет. Сурово накажет. Все у этого гада есть. Ты представляешь, все. Давай так сделаем.
Мне нужно сохранить две энергии. Потом объясню зачем. Поехали. Понятно. Еще лучше. Так, ребят, я хотел... Вот это надо убрать отсюда. Но мы с тобой все равно сейчас получим три в лицо. Это неизбежно. И вот сиди и дальше думай, как тут быть? Что же сделать? В данный момент я вообще не знаю, что тут можно сделать. Ну, например, мы можем с тобой сделать вот так. Да? Еще, ко всему прочему, мы можем с тобой позвать Йети, который нам выдаст карту. Окей. И нам нужно с тобой хернуться. Как-то успеть. Но у него, как видишь, роза на куче навоза, которая имеет 4-5 атаки. Молодцы. Офигенно просто. Способность безумия, ну и что? Эта роза все равно нас уничтожит своими шипами. Понимаешь, да, о чем я? Смотри, она что делает? Хопа! Молодцы. Круто сыграли. Так, наносит 2 единицы урона всем растениям. Всем растениям, да? Окей. Так, получаем карту. 2 единицы всем растениям. Поехали. Надеюсь. Только хотел сказать, надеюсь, она не будет атаковать, а она взяла и атаковала. Ой. Давай, охотник, уходи. У меня карт больше нету. А у него сейчас кукуруза, нет? Зачем кукуруза, когда у него есть, друзья мои, ромашка с прочерком, понимаешь? Все, тут опять фейл. Друзья, я уже просто не знаю, что делать. Вот серьезно тебе говорю, я просто не знаю, что делать. Как тут вообще быть? Вот этот его, блин, вонючий долбанный бонус +1/+1, он меня просто вымораживает. Кто у нас еще остался? Сальца? Заразительная. Изменить. Что у тебя там, сальца? Давай глянем. Все как-то не то. Все как-то вот не то и не так. Ладно, раз уж всех пробуем, давай попробуем теперь сыграть именно за него. Но вдруг, фиг его знает, получится. Хотя это большой-большой вопрос, получится ли вообще. Так, поехали, да, говорят. Ну, поехали. Так, меняем, меняем и меняем. Обалденно заменили. Лучше, блин, не придумаешь. У меня только лишь второй ход, если то это будет зомби. Давай, 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 давай. Что это у нас? Так, нанести. О! Хорошо, наносим. Слету. Чтоб не выпендривался здесь. Так, неплохо. По крайней мере, избежали урона с вами. Давай, призрак. Жалко, конечно, что без атаки. Но фиг с ним. Че, даже ничего не стал делать? Подсолнух, ты что-то меня разочаровываешь. Так, наносит 2 единицы урона всем зомби. Так, а этот у нас просто танцор диск, да? Слушай, ведь я могу... Нет, я лучше так сделаю. Давай, давай, давай. Стой, довольный. Блин, мне не нравится, ребята, он ничего не делает. В чем проблема? Че он там копит опять себе, а? Так, безумие, амфибия, безумие. У нас здесь нет воды, поэтому без разницы куда ставить. Ага. Надо же, созрел. Надо же, созрел. Что он там? Размещает 2 шампиньона.
которые сейчас нанесут нам. Понятно. Так, ну этот шампиньон мы с тобой уничтожим, да, получается? А, он даже не стал шоркаться. Так, погибай, погибай, подсолнух. Ага, другое дело. Так, у нас есть с тобой эволюция. Применяем. Тыч. И сделаем вот так. Ну, у него карт, конечно, в руке там просто куча. В отличие-то от меня. Так, прикрывать будет его, да? А, зачем прикрывать? Вот так вот. Слушай, это же не орех? Или орех? 4-4 он стал, ё-моё. Так, ну по идее, я не знаю, ребята. По идее, он должен погибнуть, да? Потому что у него здоровье станет 3-3. Получается 3-0. Да. Слушай, по-моему, я нашел тактику, как нужно побеждать их. Ё-моё. Что нам делать, друзья мои? Как нам быть? Сколько мы урона? Так, 3 единицы урона. Двойной урон. Так, наносит 3 единицы урона. Если зомби есть на каждой линии, наносит двойной урон. А у меня нету зомби на каждой линии. Так, здесь минус 2, минус 2. Попробуем сделать с тобой вот так вот. Все, ребят. Хе-хе. И вот так сделаем. Поехали. А что я радуюсь? У него карта там полная рука. У него 7 хп. Тут надо, друзья мои, не радоваться. Тут надо грустить. Ну что, все? Давай выставляй там своих партизанов. Розу будешь ставить? Я больше чем уверен. Нет. Свой паршивый виноград, который я уничтожу к ядрене фени. Но можно было бы, конечно, ему урон нанести. Так, зомби получает 3 плюс 1. То есть сейчас у него сработает защита. Минус 2, минус 2. Блин, вот он меня подколол, а. Где мои все, блин, растения? Кто-нибудь мне объяснит или нет? Точнее, блин, почему растения? Зомби. Где мои, блин, все зомби? Зашибись? Зашибись он делает, да? Обалденно просто. Что я могу сделать только? Минус 1, минус 1. Понизить ему атаку. Не, ребят, на самом деле, а где мои все зомби, которые у меня должны быть? Надо же, ханорик появился. Это кто такой? Наносит 1 единицу урона растению. Растение 0 во время этого хода. Да? Понятно, купидоша какой-то. Опа! Хе-хе-хе-хе. Слушай, а прикольно. Блин, если бы я знал, я бы ставил бы сюда. Прикинь, купидоша взял его. Блин. Ну что это? Что это за конфетка? 3 плюс 1. Ах, давай хотя бы уничтожим с тобой подсолнух этот никчемный. Нет, ребят, сальца, ну, как бы хороша, но не тянет. Потому что нет растений, элементарно. Вот и все. И остается всего лишь 7 хп. Слушай, это какой у нас бой-то? Второй всего лишь, да? Второй бой, и я уже все тут сфейлился. Я не могу ничего сделать. То он запарил, то виноград у него, то еще что-нибудь. То пятое, то десятое. Ну, все. Я все понял. Смотри, у него уже, как минимум, мы видели две леги. Это кукуруза и вот этот вот превращает в ананаса. О чем тут можно говорить? 3 единицы урона растению. Ну, ну и что это мне даст? Ну, нанесу я 3 единицы урона растению. Ну, погибнет он в следующем ходу. Ну тут-то еще 2 хламона остались. Понимаешь? Дает мне робот этого никчемного, который что мне здесь делает? Нужно очень много добора. А с добором у нас, знаешь, кто хорошо дружит? Кто у нас хорошо дружит с добором? Объясни-ка мне. Ты помнишь кого-нибудь, кто у нас хорошо дружит с добором? А разгром не дружит.
Супермозг, по идее, у нас более-менее, да? Ну, да, получается супермозг. Так, давай посмотрим колоду. Что здесь нам не хватает? Так, ага. В принципе, все, все. Вот это вот, зачем нам столько вертолетов? Вот объясни мне. Аж 4 штуки. Это перебор, естественно, друзья мои. И вот это вот тоже много не нужно. Так. Атаки. Это все, конечно, давай вот так вот сделаем. Добавить. Так, этот у нас 3-1. 3-1, какие-то карты 3-1, 3-1. Блин, 4 слишком много. Я, друзья, не знаю. Не знаю, что делать. Давай бочку эту возьмем. Что-то 3 бочки тоже дофига. Ниндзю. Ниндзю не хочется. Давай вот этого, наверное, пирата возьмем. Все, вот таким вот образом. Поехали. Я там, честно говоря, не особо увидел много добора. Ну, фиг с ним. Слушай, вот хорошо у нас делает разгром. У него есть менеджер, да, который... Вот смотри, вот они мне еще начинают вот на ранней игре выдавать вот такие вот карты. Ну нафига вы вот даете мне такие здоровые, мощные карты? Котелок этот выпал. Ай, да иди ты в пень. Так, он уставляет, ну, понятное дело, ребят, 3-3. У меня нет таких бонусов. Понимаешь, у меня таких бонусов нет. Ну, давай поставим сюда. Подсолнух свой плешивый выставил. 1-3. Можно было, конечно, успеть выставить, но я, ребята... Не сообразил, точнее сообразил, но поздно. Так, давай, наверное, сделаем вот таким вот образом. И вот так. Посмотрим. Так, что-то он задумал. Опять что-нибудь. Ну, естественно, у него сразу ромашка есть, ё-моё, с прочерком. Как ты меня достала вот своей вот этой вот фигнёй, блин. Три-два он стал, да? 3-2. А чё вот мне вот выставить здесь? У меня ничего нету. Котелок. Этот с прочерком наносит 2 единицы урона и получает еще плюс 2. Точнее, плюс 1 энергию. Подсолнух свой выставил, блин, поганый. Слушай, я, кажется... А, у меня не хватит энергии. Даже выставить ничего не могу. Поюж налево, а. Давай хотя бы 2 карты вытянем. Посмотрим, что там. Да. Сейчас кучу энергии себе наберет. 2. Тут 3, блин, пипец. Своим добором тут занимается, а. Так, если я сделаю 2, 4, 6 энергии нужно. Блин, я не знаю, что делать, ребят. Ну, серьезно говорю, я не знаю. У него 9 энергии, 3 карты. Что там в этой руке у него там? Что за карты? Понятно. Все, я понял. В общем, вы поняли тоже, да? О, ребят, я не знаю. Мне, наверное, придется вырезать 2 часа, наверное, видосов. Ну это трындец, ну ты смотри, что он тут творит, а, ну. Кровожадность. Энергии, блин, не хватает, этого не хватает. У него постоянно легендарки эти, ананасы, фигасы. Сейчас пойдем за разгрома тогда опять играть. За разгрома, но сделаем с тобой колоду, как, помнишь, где мы там с тобой не могли кого-то забомбить. Я менял колоду на слабых этих слабых зомби, но я их брал очень много. Так что, наверное, придется к этому вернуться, к этой практике. Давай глянем, что у нас тут есть. Так, менеджеры, суммаисты.
Вот это вот нам тоже пригодится. Ну, в принципе, друзья мои, рука у него то, что нужно. Я тебе не дам соврать. Единственное, может быть, валунов нам взять побольше. Валунов побольше вместо кого? Вместо... Тут орехов вроде бы нету. Можно, наверное, убрать, а валун взять. Ну, вся надежда на разгрома. Только он, наверное, я думаю, сможет здесь справиться. Потому что у него очень много заклинаний, да, которые могут там уничтожать растения, эти подсолнухи никчемные, которые бесят. Так, 2-2, здесь все окей. Так, медика, наверное, уберем. Ну, блин. Давай вот так вот заменим. Вот, вот, вот это вот самое то, что нужно, друзья мои. Все, что нужно. Так, прием. Он не стал никого выставлять, ты прикинь? Жучара. Он никого не стал выставлять. Ладно, поставим сюда вот этого зомби. Ну давай, выставляй там кого-нибудь. Опять, видишь? Тихорица. Ты хочешь сказать, что у него там нету ничего? Я сомневаюсь. Это просто специально так сделано. Специально так, ребята, сделано. Ну давай подсолнух свой вызывай. Чепушил, а? Что творит? Выжидает, выжидает, ребята, момент, поверь мне. Так, мы с тобой сделаем. Ну давай так сделаем, фиг с ним. Так, получаем 4-6, поехали. Тут он должен уже взбудоражиться, потому что урон-то нехилый будет получать. Так, вызвал свою виноградину, да? Так, 4 в лицо. Окей. 11 хп у него. Так, смотри, дальше мы выставляем вот этого зомби. Одна единица энергии у нас с тобой есть, так что мы можем применить. Так, ну что, он там, я смотрю, взгрустнул уже, да? Естественно, виноградину. Так, ну виноградине конец, и мы ему 7 в лицо. Ну, 7 в лицо не получится. Естественно, у него защита. Вот так он сделал, да? Так, значит, тут 3-4, это 7 в лицо. 7 в лицо. И плюс вот таким вот образом мы с тобой сделаем защиту. Надеюсь, сделаем, если успеем. Если он не уничтожит мне вот этих зомби. Ну что там, где твои подсолнухи-то, а? Выставляй давай подсолнухи-то. Что ты там жмешься-то? Ага, ха-ха-ха. Это ты, конечно, круто придумал, но, парень, ты опоздал. Они не помогут тебе. Хотя, может быть, и помогут. Так, ребятушки, понеслась. Этого уничтожаем. Этого, к сожалению, пока не сможем. Но он сам сдохнет, потому что у него будет... Сейчас же еще снизится, да, на 1. У него будет 3-0. И он отдуплится. Окей. Оу, у нас шаман с тобой есть. Вызываем, ребята. Я не позволю ему использовать... Всю энергию по полной программе. У него становится 6. Так, посмотрим, что он будет делать. Как он будет защищаться. Естественно, выставлять свои... Ой, Роза. Ой-ой-ой-ой, друзья мои, Роза. Ну, попробуем. Так. Так. Ну, Роза уничтожит, это понятное дело будет. Противное растение, если честно. Но остается всего 2 единицы урона, друзья мои, 2 единицы урона. Если он здесь заблокирует кого-то, я буду давить, уничтожать любыми способами, чтобы нанести этот урон. Роза. Мы Розу будем с собой уничтожать. Ну вот, об этом я тебе и говорил. Видишь, что он делает? Что он творит? Так, попробуем. Окей. Ну и все, друзья мои, все. Песенка его спета. Песенка этого подсолнуха спета. Да-да-да. Это я уже просто придуряюсь. Все, делаем. Даже я даже вот так еще могу сделать, смотри. Да ё-моё, да, да вони ты его. Пускай знает, кто такой Рэй Морриса. Ну, ребята, и добивочный.
Слушай, ну он мне мозги, конечно, вынес все. И это только лишь второй бой, да? Еще получается 4. Да, какой-то 4. 3 боя впереди. Я не выдержу, друзья мои. Я этого не выдержу. Раз, два, три. 3 боя. И у нас сейчас с тобой будет кто? Естественно, зеленая тень. Куда же без нее-то? Ну ладно, посмотрим, кто у нас тут. Так, ну в принципе, рука. Во. Нормуль, меня устраивает. Я понял, что до конца хода они там получают бонусы свои. 5 урона в лицо. Вот так вот прям в наглую. Прикинь. Просто без компромиссов. Хоп, и все. Угу. Слушай, у меня вшивенькая рука. Именно по зомби. Так, если кого-то выставит, этот его поймает. Так ведь? Пенек, пенек я уничтожу к ядрене фени. Нет, я, наверное, лучше уничтожу вот его. Да-да-да, нам нужно с тобой. Мы можем минус 2, минус 2. Я так и сделаю, поехали. И уже добьет зомби. Так, один, конечно, в лицо урон мы получим с тобой. Но это ничего страшного. Менеджер выпал. Окей, давай вызывать карту. С картами действительно проблема. Действительно нет норм... Кого-то... Блин, у него на заморозке, да? Все сделано на заморозке. Давануть я не смогу. Переместите растение и вытяните карту. Слушай, а куда мне его переместить? Куда мне его, блин, переместить? Да никуда. Может быть, просто бомбанем, да и все. Е-мое, в конце концов. Что-то перемещать еще кого-то. Да и этого тоже раздаем. Все, погнали, друзья мои. Единицу урона. Так, у нас сколько? 4 энергии. Блин, нам не хватает. Эх, Маруся, Маруся. Нам не хватает с тобой выставить. Так, а он опять вызывает этого пенька. 1-4. Куда бы мне этот... Так, переместить растение. Ну, я перемещаю. Карту, мне нужна карта. Неплохо. Следующий ход у меня уже подготовлен. Так, смотри. Все изменилось вдруг. У меня все, ребята, изменилось. Так что давай попробуем сделать вот так. Оу. Так, ты что у нас делаешь? При появлении рикошет растения. Ах, это классно. Это, ребята, классно. Пускай теперь кого-нибудь выставляет, мы его пеню. Вот тебя-то мы и отдуплим. Ха-ха-ха. Давай убираем его отсюда. К ядрене фени. Спасибо большое. Так, поехали. На, у него, правда, сейчас защита сработает. Так, ну что, друзья мои, вроде бы неплохо, да? Неплохенько. Все спортивные зомби получают неуязвимость. А у меня спортивный зомби только вот этот вот. Давай сделаем так хотя бы. Раз, два, три. Отлично. Пускай выставляет свою эту фигню, которую он выставлял до этого. 3 стрел. Нам он, в принципе, пока не страшен. Что-то задумался. Вот он, 3 стрел. Мы его уничтожим с тобой, надеюсь. 2-6. Он делает заморозку, плюс вытягивает карту. Единственное, что мне некого поставить. Мне некого поставить, да, ребят. Так, 2 в лицо, уничтожаем пенек. Тут урон. Бамс, жалко. Так, у него 1-3. Все, допрыгался. Так, ребят, у нас есть с тобой курочка. Но я думаю, что мы сделаем не курочку с тобой, а опять же неуязвимость. А уже после применим курицу. Курица нам повышает 1-1 всем зомби на линиях. Ну и что ты выставил его? Думаешь, все можно что-то делать? Ах, ты 2 выставил, ладно. 2, так 2.
5-4, да? Ну что, ребята, едим курочки. Погнали. Да ё-моё, что там у него? Растение получает 2 плюс 2. Упс. Вот это нежданчик, если честно. Но ему хана, он должен отдуплиться. Так, 5 хп у него, 7 хп у нас. Офигеть, накал страстей. Но у нас есть с тобой медик. У нас с тобой есть медик, который нас захиляет. Но у него медика нету. Поэтому смотрим, что наносит бонусную атаку. Серьезно, блин? А он не шутит, друзья мои. Да ты запанил, что он там еще делает? Ну все, ему хана, друзья. Ему хана, 3 урона, да, и плюс тут 4, 7. Достал ты меня, блин. Ханорик несчастный. Опс. Как так, ребята? Как так, я совсем же... Ё-моё, он нас же этот в конце бьет. Вот это я сейчас лопухнулся, друзья мои. Вот это я лоп... А чё я обрадовался? Я что-то подумал, что мы его подобьем. Подбили. Угу. Держи карман шире. Вот это да, вот это я дурку сделал, конечно, ребята. Так, опять начинается та же самая песня. Опять пеньки. Опять все то же самое. Ладно. Так, ну что, будем вызывать в первую очередь, наверное, менеджера нашего, да? Давай карту. Карту какую-нибудь хорошую. Ну, в принципе, нормально, годится. Так, 2-4, да? Эй, кукуруза, это у нас капуста. Ладно, фиксим. 3 в лицо получается, блин. Так, за... просто так, ребята. Еще один менеджер. А если я сделаю вот так? И вот так. Главное не забывать, что у него есть 3 стрелы, которого он любит апать. И у него очень много удобрений. Про этот факт не стоит забывать, что очень много удобрений. Так, понятно, менеджеру хана, рикошет случайно зомби. Давай менеджера, убирай вот этого вот, вот этого. Да ё-моё! Так, ну мы здесь выживем еще с тобой. Так, отлично. 2-4, 2-2. Типа ты хочешь сказать, что ты будешь на одних капустах здесь тусоваться? Я что-то сомневаюсь, что ты будешь тут на одних капустах у нас выплясывать. Давай, наверное, мы сделаем с тобой эволюцию. Вот так, поехали. Заморозка зомби. Правильно, этого-то заморозить не можешь. Так, а здесь нам нужно подтянуть. Кого подтянуть-то нам? Наверное, вот этого, сюда. Под атаку. Поехали. Так, тут разборка. 3-2. Так, не забывайте про 3 стрелы, друзья мои. 3 стрелы у него есть. Давай вот так вот сделаем. 1 единица энергии. Она, в принципе, мне ничего не сыграет, поэтому можно вытягивать карту. Поехали. Но сейчас будет его апать, верно? Он сам-то становится 2-6. Так, выберите рикошет. Ну, рикошет мы можем с тобой, наверное. Вот этого уберем. Все равно его завалит этот 3 стрел. Поехали. Так, минус. Вон. Так, у нас с тобой хил сработал. Хил мы применяем сразу же. Так, 15 хп у него. Этого шитика нам нужно срочно завалить. Срочно, срочно завалить. Так, вызываем менеджер с тобой. Неплохая карта. И сделаем с тобой эволюцию. Так, убирай, пожалуйста, его. И вот так вот, усы. Поехали, друзья мои. 15 хп у него.
Так, что у него там? Не забываем, у него есть удар по центру, который наносит 5 единиц урона. Опять он там что-то думает. Он делает заморозку. Оу-оу-оу-оу, корнеплод свой. Что он там делает? 6-6 стал. Слушай, ну мы ему сейчас урона-то... Так, 6 так точно единиц, да, нанесем? Здесь, конечно, плохо все. Смотри. А если я, например, сделаю вот так? И ко всему прочему, так, безумие, безумие. Безумие, это классно. У нас еще 2 единицы энергии есть. Мы можем с тобой применить 2 минус 2, если понадобится. Если он поставит здесь какого-нибудь мощного чувачка, мы можем... А, у него же еще броня сработает. Так, ну вот этого, например, можно немножко приструнить. Кого он замораживать собрался? Кого он там заморозил? А, вот здесь вот, да? Ну вот смотри, мы вот так вот его приструнили, мы его разберем. 3-2, здесь тоже разберем. И этого разберем, да? Поехали. Что у него там? Заморозка, и он вытягивает карту. Блин, вот здесь вот это хламон, а? Смотри, что сделал. Плохо получается. То есть мы зомби теряем с тобой, да? Ладно. Так, этот отдуплился. У нас есть с тобой рестлер. Также есть чувак с газетой. Давай я вот так сделаю и вот так. Ко всему прочему, вот так. Почти все карты, ребята, выложил я. Так, пенек. У нас безумие с тобой. Безумие применять мне не надо, не стоит. Все. Ох, ядрить тебя на корень. Чем дальше, тем сложнее бои. Не забывай, ребята, играем без легендарных карт, потому что у меня их пока нету. То есть есть там одна, да? Но она тебе пока выпадет. В общем, предпоследний бой. И здесь у нас капитан, блин, Огонек откуда-то появился. Давненько, кстати, его не было. Я его называю Ореховый король. За глаза. Ну, так оно и есть. Сейчас он будет свои орехи выставлять. Насколько я могу понимать, да? Нет? Странно. Ладно, мы с вами... Неплохая карта. Вызовем сумоиста и посмотрим, что он будет делать. Очень интересно. Почему-то ничего не делает. Нечего мне пока здесь сделать, ребята. Двойной удар. А вот это зря. Зря. А, он 3-3 становится. Хорошо. Давай так сделаем. Поехали. Двойной удар захотел мне сделать. Тоже мне Ван Дам нашелся, ё-моё. Ну. Так, ребят, надеюсь, не подобьет он его мне. Надеюсь. Ох, хидрить на корень. А вот это плохо. 8 в лицо-то получить. Ё-моё. 8. 10! Твою же маковку. Что будем делать, ребята? Будем делать эволюцию, верно? Я другого варианта не вижу просто-напросто. Фига, 10 урона, ё-моё. Если он еще такого поставит, то нам крышка. Нам нужно срочно хильнуться с тобой будет. Это и медика потом поставим, да? Чтобы нам, ну, возвратить... Утерянное здоровье. Ну что ты тут прибыл? 3-3, да, будет? Под пеньком. Все время они, ребят, под пенек свой прячутся. Смотри, а. Еще и бонусную атаку делает. Так, что мы сможем сделать? Мы можем хильнуться. Это раз. И получить в лицо это 2. Но у нас защита сработает. Так, смотрим. Меня это вполне устраивает. Так, все, сдулись, да, ребятушки? Сдулись, я смотрю.
Так, ну что, выставляем медика с тобой. Пускай лечит нас. И зомби в броне. Так, ребята, всего лишь 7 хп у него. Но это сразу 6-5. Зомби получает 3-3. Получает 2-2. Офигеть, да, друзья мои? Вы видели? Апается как. У меня просто нет слов. Он все на удобрение здесь, друзья мои. Так, ну в любом случае, вот этот чудик дуплится. Так, что он там получает? Наносит 3 единицы урона зомби. Все равно мы выживаем. Так, этот 5-5 стал. Этот отдуплился. У нас с тобой есть рыцарь. Наверное, будем применять рыцаря, скорее всего. Или нет? Нет. Мы сделаем с тобой вот так вот. По-умному. О, неплохенько. Совсем неплохенько. Так, а когда он наносит урон герою растения? Так, понятно. Ну что, огонек. 3-3 плюс бонусная атака, да, я так понимаю. Смотри, смотри, что делает. Смотри, прокачивает. Слушай, ну ты опоздал. Пока, капитан Огонек. С тобой играть неинтересно. Такой, да, деловой, с тобой играть неинтересно. На самом деле, немножечко пужанулся, будем честны. Потому что я думал, сейчас как проапает, потом сделает бонусную атаку и все, пиши пропало. Ребят, ну у нас с вами опять же железная тень. Зеленая тень, последний бой. Как говорится, навострили ухи и погнали. Так, вот это пока мне, наверное, не нужно будет. Ну опять вы за свое начинаете, да? Опять? Ну, ребят, вы поняли, да? Трындец. Слушай, ну тут смело можно заканчивать игру. Какие условия-то еще? Зеленая тень вернулась с новыми идеями. Она начинает игру. Ага, с плюс 2 картами. И еще вот эти условия. Ты прикинь? Трындец, ребята. Слушай, по-моему, тут надо переигрывать. Ты посмотри, что мне тут надавали в руку. Посмотри. Минимальная карта будет на 4 энергии. И сейчас... Специально что ли так делает, а? Выставляет пенек. Он становится 1-4. И этот тоже 1-4. Я до сих пор ничего поставить не могу. Да. Неужели мне что-то дали выставить? Ё-моё. Счастье-то какое. Так, ладно. Он шутить не будет. Он, наверное, сейчас сделает их ананасами, да? На 3-3. Которые становятся 4-4 потом. Ага. Мы еще 4 в лицо сейчас отхватим с тобой. 3-2. Ну что, ребята? Хиляемся, конечно же. Поехали. Кого он тут поставить-то? Он игру начинал с плюс 2 картами. Я и без этого, ребят, набрал себе целую руку. Кстати, надо было нам, наверное, с тобой поставить безумие. Но началось. Пеньком прикрылся, ты прикинь? Твой... Чё он делает-то там? Чё это он так прапался-то? Ну тут, да, друзья мои, тут, по-моему, фейл капитальный. 4. Как вот мне здесь быть? Ну, предположим, я так сделаю. И все. 4 в лицо получим, у нас минус 1 броня. Мне не дали хильнуться, понимаешь? Где у меня хил? Заморозка зомби. Кто б сомневался, ё-моё, что у тебя будет заморозка зомби. Кого он опять? Пенек? Ясен перец. Ну, друзья мои, тут трындец полный. Че, я ничего не могу сделать? Долбаная тень, а? Ну что это мне? Разве это выручит? Нет, конечно, ребят. Что так делаем, бесполезно.
Короче, сейчас еще разочек сыграем с вами, да? Да тут сдаваться надо, тут бесполезно. Короче, сейчас еще разочек попробуем сыграть разгромом. Если не получится, пойдем, наверное, на супермозга. Просто руку такую дали, молодцы. Дайте мне нормальные карты, где 1-2 энергии, а то... Ну, они опять за свое. Ну, ты посмотри. Курицу мне дали. Пробирки. Не, ребят, это фигня. Ты сам прекрасно видишь, что они выдают. Они дают просто слишком сильные карты. Это на начальной игре. Как специально. Как специально. Давай посмотрим, что на этот раз мне выдадут. Так, ну одна карта более-менее. Не знаю, далеко ли я уеду на этом охотнике. Фу, да-да-да, с двумя картами начинает. Так, выставляем охотника, погнали. Сразу же, да? Так, ну мы его... Блин, мы его даже подбить не сможем. Но в любом случае, он трупец. Так, давай, ноль. Все, готов. Сумоист, отлично. Кого он там будет призывать? Угу. 3-5 стал. Отойди отсюда, не мешай мне. Так, поехали. Дальше у нас будет 3 энергии, да? 3 энергии. Что мы сможем с тобой сделать? Мы можем раздавить капусту шаром, а можем прапать своего сумоиста. Все зависит от того, что он сейчас поставит. Так, 3-3, да? Плюс пенек плешивый этот. Я даже не знаю, что и сделать-то. Но этого однозначно нужно подбить. Ну и прапаем себе сумоиста. Поехали. 6 в лицо. Так, 4-2 он стал. Мы можем сделать с тобой эволюцию, да? Ну так неохота тратить. Безумие. Так, у него 4 к атаке идет. Ладно, сделаем вот так. У него 4 энергии. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Улучшать свою этот ледяной горохострел или что? А растение получает 2 плюс 2. Кого он там будет улучшать? Все на пенек, да, бросает? Значит, пенек мы с тобой и выкинем в следующий раз. Если успеем. Урон. Защита. Хил. Отлично. Так, давай смотреть, что нам с тобой нужно убрать. Так, эволюция. Убираем вот этот вот пенек отсюда. 2-2, да? У него, кстати, тоже не очень много здоровья. 6 единиц всего лишь. Задумался. Опять свой пень, а? Опять этого усиляет. И замораживает кого? Сумоиста. Так. Защита у него сработала. Он делает рикошет случайного зомби. Какого зомби именно? Угу. И все, да? И нам кирдык писался. Короче, за разгрома попытались мы здесь с тобой сыграть. Ничего у нас не вышло, поэтому переходим играть за кого? За нашего супермозга. Будем надеяться, что все получится. Ты заметил, что он тут в основном берет за счет своих пеньков. Выставляет пеньки и за ними выставляет горохострелы. И только в этом случае горохострелы начинают нам приносить большие неприятности. Так. Что-то рука чересчур какая-то мягкая у меня.
Так, ладно, поехали. Начнем с ниндзя. Естественно, он сейчас поставит сюда свой этот... Я так и думал. Я так и думал, что именно его он сюда влепит. Угу. Ладушки, предположим. Давай сделаем вот так. Он сейчас применит заморозку. Я тебе серьезно говорю, он заморозит мне его. Предсказуемый. Фу, чепушило. Так, сколько у него там? 3-3, плюс пенек. Начинается, короче. Начинается. Так, что мы можем с тобой поставить? В принципе, есть что лепить мне. Давай-ка вот так вот сделаем с тобой. Карту, карту, тяни карту. Ох, замечательно. Так, ну этого мы должны уничтожить. Я надеюсь, у тебя нет очередной заморозки? Нету. Окей. Значит, твоему подснежнику хана пришла. Ну, я так понимаю, за тобой тоже сейчас успеем подойти мы. Так, смотри внимательно. У нас есть с тобой вот такой вариант. И вот такой вариант. Посмотрим. Будет пенек, что ли, ставить сюда спереди? Рикошет случайно зомби. Блин, у меня зомби открыты только один. Это вот этот вот. Черт бы его побрал, а. 6-5 он стал, ты прикинь. Бамс. Так, что мне там выпало? Кровожадность. Она мне здесь пока не нужна. Кровожадность мне пока здесь не нужна. Ну что, давай, наверное... Блин, подожди, здесь не то совсем все. Давай так сделаем. И вот так. Поехали. Да ты, ну достал ты серьезно со своими вот этими вот хлыщами, ё-моё. Я для чего, ребята, хотел? Так, подожди-ка, наносит... ну, вот сюда я бы хотел поставить кровожадность. Это раз. А раз этот наносит бонусную атаку, тогда мы еще сделаем с тобой вот так вот. То есть мы сразу двоих уничтожаем. Ну, эти разберутся здесь сами между собой. Поехали. На! Так, отлично. Но жалко, у нас никак не восполнить здоровье. Оу, солидная карта, друзья мои, солидная. Блин. Твою ж налево, блин, я думал, что сработает. При появлении перемещает зомби. Ну давай поставим. Кого он там влепит сейчас? О, у него арбуз есть, ты прикинь? А у него, оказывается, есть арбуз. Так, встаем под него. А это массовая атака? Ну, я имею в виду, заденет тут здесь или нет? Посмотрим. Да, задевает. Еще и замораживает. Так, он готов. Он готов. Так, давай сюда, наверное, вертолетик призовем. И вот так сделаем. Ребят, 14 хп у него, 9 хп. Да ё-моё, а. Смотри, что творит. Жулик, а. Так, что у него там? 5 единиц по средней линии. То есть он не уничтожает зомби, да? И 5 в лицо. Хитро, а. Ну, я могу вот так вот, наверное, себе позволить. Все. Не хватает мне немножечко для бонусной атаки, ребята. Ну, что ты там задумался, опять думает, сидит. Улучшаем, да? Улучшай, улучшай. Заморозит кого? Сундук, друзья мои. Он замораживает сундук.
Ну, смотри, я делаю вот так вот. Предположим, да? И нам нужно кого-то прикрыть. То есть три в лицо мы получим с тобой по-любому. Как вот ни крути. Поехали. Да. Одно хп всего, ребят. Одно хп. Карт, как ты видишь, у меня нету. И ход зомби. Блин. А так все было хорошо, так все было классно. Этот котелок. Вовремя, я тебе скажу, ты мне тут выпал. Да нет, ребят, ну тут, конечно же, тут не вариант. Ой, ладно, пускай разносит уже в пух и прах. Твою налево, как же меня это напрягает, а? Я тебе серьезно говорю, меня это очень сильно напрягает. Я не могу справиться с ним. Меня это вымораживает просто. Сейчас у меня либо супермозг, да? Либо разгром. Два варианта, больше у меня нету. Ну вот смотри, ну что вот мне дают, видите, а? Ну вот так вот. Еще как-то более-менее, ребят. Понимаешь, он еще начинает с двумя картами. Причем карты у него, блин, такие все на заморозке. Тут в основном все на заморозку у него сделано. И вот эти вот растения, которые, блин, и вот этот вот бонус. Оп. Мне без этого сложно, а он бац еще. 1+4. Нормуль? Ну да, почему бы и нет, да? Вымораживает вот это все. Давай. Рикошет, все у него есть. Видишь, смотри, заморозка. Сейчас этот еще и усилится здесь капитально. 5-3. Нормуль? 5-3, мы можем с тобой сейчас его уничтожить с помощью суператаки. Я ничего не буду делать, я буду уничтожать этот ледяной горохострел. Пускай он тут что хочет. А, заморозить никого не получилось, да? Но он стал 3-2. В плане, погоди. А почему я не... А почему я не мог использовать своим... Зашибись, свои заклинания я использовать не смог. Офигеть. Ну давай сюда курицу поставим, да? Сюда вот так вот зомби с кровожадностью. 12 хп у нас. Я ему еще урона вообще не нанес. Естественно, опять замораживает. Кого? Надгробия? Нет, он замораживает курицу. Не было, блин, печали. Ладно, давай. Минус пенек. Так, что у нас тут? Эта карта неплоха. Здесь мы можем сделать что? Так. Ну, предположим. Нет, лучше я, наверное, все-таки... Все-таки я лучше сделаю, наверное, вот так. Ну, давай проверим. Сработает ли мой план? Нет, конечно же, рикошет. И вертолет это будет, да? Надо же. Так, растение наносит бонусную атаку. Офигею просто с этого дурдома. То есть мы получаем с тобой 9 в лицо. Красиво. Просто красиво. Че тут скажешь? Да иди ты сюда. Дает мне сундук. Вовремя, блин. Твою налево. Давай сюда поставим. Сколько у нас там стоит? 1 единица, да? И вот сюда. Ну, естественно, у него 3 стрелы, которого надо апнуть же. Так, вот этого я уничтожаю. Нафиг он достал меня, серьезно тебе говорю. И так, который наносит бонусную атаку. Давай сюда. Наноси эту, блин, бонусную свою атаку. Так, и получим мы с тобой всего 2 в лицо.
Так, 6 единиц у нас с тобой здоровья. Не очень много. Так, если я сделаю вот сюда. Оп. Прочерк, да? Прочерк ставим сюда. А этого вот так вот. Ну, погнали, посмотрим, друзья мои, что у нас тут получится. Блин, мне бы восстановить здоровье, а как? У меня нету зомби. Хотя есть, по-моему, зомби-медик. Ну, когда он там появится, фиг его знает. Смотри, что делает. Смотри, что делает, что творит, а? Ну, вот как мне тут сделать? Кстати, я могу, знаешь, что сделать? Кровожадность. Он же пробивает весь ряд. Угу, поехали. Так, этот минус. Этот должен отдуплиться. Трындец, блин, да капусты. Кто там у нас? О, господи, да что ж такое? Что же происходит, а? Почему я не могу справиться? Почему я не могу справиться? Чего не хватает? Что не так? Все вроде бы нормули. Все отлично, все хорошо. Может быть, вот этих слишком много, бонусных атак, или что не так? Ты объясни мне. Обнуление шкалы. Амфибии, да всего тут море. Понимаешь? И все равно я не могу справиться. И карты вроде бы хороши. Может быть, убрать вот эти вот бочки? Убрать бочки, а вместо них... Так, это что у нас? Перемещает, да? Ага, и плюс один получает к атаке. Слушай, погоди-ка, а мы же... А, у нас, наверное, энергии не хватит. Сколько у нас вообще? 10 всего энергии в наличии. Да, скрафтить не получится ничего. Так, подожди, что? А, я не добрал одну карту. Ладно, сейчас доберем. Может, добор взять? Нет, давай вот этого зомби. Все, друзья мои, поехали еще разок за супермозга. Если не выгорит у нас дело, пойдем за разгрома. И так и буду прыгать. Или же все-таки попробовать за замеха. Ну что ты мне даешь, а? Вот на ранней игре ты мне вот такое вот подсовываешь. Зачем? Вот объясни мне. Офигеть. Самый первый это только будет прочерк. Ну иди ты в пень. Так, растение, силы, это все понятно. Пропускаем здесь ход. Угу. Подорожник, трава, да? Вылез тут тоже мне. Два в лицо, с лету. Давай, прочерк, выходи. Пенек свой, наверное, будет ставить, или что? Наносит 5 из урона, по линии, то есть в лицо прям мне. Фига он. Так, бедный прочерк, тебя сейчас завалят. Они вдвоем бомбанут. Да, неудачно вышло. Слушай-ка, давай, наверное, вот так вот сделаем. Твою ж налево, ты достал уже. Вот я серьезно говорю. Так, сколько у нас он? Так, перемещает зомби, который наносит. Который наносит. Да мне ничего не сделать тут, если честно. Ладно. Эх, бедная обезьянка. Бедный зомби с обезьянкой. Так. Ну, что? Вот так вот с тобой, наверное, сделаем, да? Естественно, естественно. Но мы его подобьем. Я тебе могу сказать сразу. Мы его подобьем. Так, перемещение. Блин, ну три в лицо все равно получим, да? К сожалению, но у нас защита сработает. Кровожадность, сохраняем. Ага. Давай-ка я вот так поставлю. Да ты, блин, ну ты посмотри, что он говорит. Сейчас будет тут своих этих шитиков выставлять. Так, ладно, с этим разбираемся, короче. Этот 4 в лицо заряжает. У нас всего 9 хп.
Окей, ладно, мы продолжаем с тобой. Давай сделаем вот сюда. И вот сюда. Я хочу сейчас попробовать вот этого наказать через бонусную атаку. То есть вот это вот. Не, тогда вот этого придется уничтожить. Блин. Так, значит, делаем с тобой следующим образом. Переносим сюда. Атакуем. Что это еще за полоска тут? А вот с этим, к сожалению, ничего пока сделать мы не сможем. Поехали. Что у него там? Рикошет случайно в зомби, да? Пускай рикошетит. В принципе, ничего страшного, да? Но то, что мы с тобой получили в лицо 4 урона, вот это уже пострашнее будет. Ну давай, например, я сделаю вот так. И вот так. Две энергии, а что мне дает? Могу кровожадность поставить, да? Вот на это растение. Так, вот это плохо. Да иди ты. Жесть какая-то. Смотри, что происходит. Ладно, этого уничтожим. Он атакует, да? Атакует. Мы сюда с тобой, наверное, поставим кровожадность. Перемещение зомби. Перемещение зомби, да? Окей. А вот так мы сделаем тогда. Погнали. Бамс. Так, 6 хп у него остается. 6 хп. Так, у нас 2. Это максимально, что я могу сделать, ребят. У нас есть возможность, что сработает блок. Кого он собрался замораживать опять, а? Кого, блин, вот его? Конечно же. Так, превращение мне это не нужно, если честно. Нам нужно прикрыть тылы. Сделаем с тобой вот так. Поехали. Слушай, мы... Сработает защита или нет? Сработало. Две карты еще вытягиваем с тобой. Ага, поздувались. У нас с тобой есть бонусная атака, да? То есть, если мы сюда вот бомбанем. Если бомбанем. Так, посмотрим. Сколько она стоит? Две энергии. Две энергии, друзья мои. Поставим сюда. И поставим сюда. Надеюсь, он эти два редка не забьет. Если забьет, ребят, я тебе сразу скажу, что он... Что? Ты серьезно, блин? Ну все, тут разговор исчерпан, ребята. Ты представляешь, у него была карта бонусная атака. Именно под моего там маленького зомбика, который должен был его уничтожить. Я уже припарился, серьезно тебе говорю. Ребят, вы пишите в комментариях, кстати. Может быть, действительно все это придется вырезать. Или оставлять все как есть. Но это просто какие-то мучения, страдания. Я не знаю, что тут делать. Люто все это. Да я знаю, что ты там со своими условиями. Смотри, 2 сундука мне выпало, прикинь. 2 сундука на первой игре. То есть я смогу сделать эволюцию и получить. Угу, смогу. Аж 3 раза смог. Ну, зато уничтожили, да? Боится, я смотрю, боится он эти. А вот здесь-то у него не получится ничего, так ведь? Опачки, смотри. Что мы там получаем с тобой? Блин, ну... Почему? Так, что у него там? 2-4. 3-5. Так, мухана все равно должна быть, да, ведь? Выжил. Ну что, давай, наверное, посмотрим, что это за... За чудесное, блин... Зомби такой. Что, эволюция там какая-то? Наносит 5... Зачем я поставил его посередине, скажи мне, пожалуйста. Зачем я поставил его посередине, блин?
Это уже бы получить в лицо. Вот для чего. Ну, в лицо зомби я имею в виду. Не моего героя. Эх-хе-хе-хе. Давай сюда выставим. И вот сюда. Пенек свой готовишь, да ведь? У тебя же пенек должен быть. Зачем ему пенек, когда у него здесь заморозка? Все у него есть, ребята. Все. Все, что хочешь. Все, что пожелаешь, у него есть. Бонусную атаку нанести, что ли? Зачем она нужна, да, по большому счету? Мы и так можем разобраться. Три в лицо. Не добил. Зато заморозил. Угу. Давай вот так вот сделаем с тобой. Ну, поехали. Поехали, друзья мои, поехали. Как ты меня паришь, а? Просто убиваешь. 2-6, да? То есть мы его как бы якобы не убьем, но на самом деле мы его убьем. Если он думает, что все будет ему шито-крыто, получи. Так, защита. Это нам не нужно. Тут обмен. А этого теряем просто так. К сожалению. Отдуплился. Единственное, что я могу поставить, это вот это вот растение. Почему у меня все в голове растение сидит? Давай своими заморозками. Начинай тут пользоваться. Вот я не знаю, блин. Еще усиливает. Слушай, я ведь не могу им сделать бонусную атаку, да? Нет, не могу. Я уже не знаю, что делать. Вот хочешь верь, хочешь верь, я уже не знаю, что делать здесь. Со своими бонусами, с этими долбанными ионами, которые он получает каждый раз. Опять заморозка, да? Бонусная атака. Плюс один, бонусная атака. У него на все есть ответ. Понимаешь, на все. У меня нет зомбарей. Я как сокол гол. Давай вот так вот сделаем с тобой. Что-нибудь выпадет. Ничего путевого мне не дают. Одна единица хп. Играй как хочешь, называется. Играй, блин, как хочешь. Я ему даже урона не нанес, ты понимаешь? Урона не нанес я ему. О чем это, блин, может говорить? Ну-ка. Чего я не понял? Он не стал наносить бонусную атаку, да? Но зато он разморозился, да? Все равно нам конец, друзья мои. Как тут не крути? Господи, это какой бой-то? Какой бой по счету уже с этим... С этой тенью. Так, я обещал, по-моему, перейти на разгрома. Да, уже давно, кстати, мы хотели на него перейти. Давай попробуем за меха. Давай попробуем за него заиграть. Может быть, все-таки здесь получится. Надо пробовать комбинировать. На том поиграть, на этом поиграть. Не надо все к одному приставать. Так, заменяем. Заменяем. Эта карта нужна бы мне, конечно. Ладно, ставим ее. Внимание на старт, марш, ё-моё. Да я понял. Все твои условия эти я уже изучил наизусть. Что, подснежничек свой вызвал, да? Который хочешь прапать? Засранец несчастный, а? Который хочешь прапать? Ну давай, блин. Заморозку свою чертову. Кто бы в этом сомневался, ребят? Ну, ну кто? Уже, я его просто изучил досконально. Я уже знаю, что он будет делать. Еще и 5 единиц урона в лицо. И он такой самоуверенный. Как будто вот знает, что выиграет на 100%. Понимаешь? Вообще, просто нет слов. Какой борзый. А что он, я не понял, что он не уменьшается? А, он же прапанный. О! Что нам выдает с тобой? Давай вот так вот поставим. На. Естественно, у него есть эти кексы. Бомбексы. Ты бы сомневался. 4 в лицо.
Так. Пошло-поехало. Слушай, я могу сделать... Ну да, как вариант, вот так вот. Поехали, посмотрим. Капуста у него, понимаешь? Причем у нас здесь вот это вот все, это поверхность, которая дает бонусы. То есть сверху, когда встает, да? Смотри, сколько мы сейчас с тобой наполучаем урона. Да дофигища. Просто дофигища, смотри, 3-3 и все, и нам крышка. Нет. Сработала защита. Так зачем мне это нужно? У меня-то нет таких бонусов, вот и все, ребят. Были бы у меня, вот так вот выставляешь растение, он 1-2 становится 2-4. Ну, разве это не красота? Конечно, красота, но этому не бывать. Это не для обычных смертных, так скажем, да? А растение наносит бонус на атаку, ну все. Нет, замех тут вообще, ребят, не вариант. Мы лично в этом убеждаемся. Заморозка прапывает свой подснежник. Смотри, что делает, а. Смотри, что делает. Прапался, гаденыш. Тут мы опять сфейлились. Да. Тут как не крути, ребят. Я уже не знаю. Мне надо было уже давно-давно отдохнуть. Поспать перед работой. Я тут выполнить эту миссию не могу последнюю. Понимаешь? Ладно, еще разок за разгрома. Если не получится, то... Ну, не получится, ребят, не получится. Придется тогда откладывать на следующую серию. Потому что, ну, на самом деле, уже сколько здесь можно зависать? Сколько мы играем? Наверное, часа два? Вторая? Так, все. Давай вот так, наверное, ставим. Поехали. Внимание, там на старт. Побей босса. Иди ты отсюда, а. Да понятно все твои условия эти долбанные. Достал уже, а. Подснежник хренов. Так, все, доигрался. Давай вызовем с тобой сумоиста. Будем уничтожать подсолнух, наверное, да? Не получится. Не получится нам уничтожить подсолнух, потому что... Потому что он поставил сюда, блин, капусту свою вшивую. Три энергии, да? Ребят, ничего не будем ставить. Уничтожим всех здесь сейчас. Пропускаем просто тупо ход. Ага, кого? Понятно. А здесь у нас два или меньше. Пшикли. Чё ж делать? Как бы мне его, а, нахлобучить? В принципе... Что в принципе-то? Что в принципе? Объясни мне. Что он сделает заморозку свою? В этом принципе, да? Он заморозку сделает, да, понятное дело. Прапает еще больше. Свой... Нет, у него есть другой вариант. Пенек, все дела, ё-моё. Что происходит здесь, а, друзья мои? Что здесь происходит? Вот объясни мне. Безумие, ну пускай будет безумие здесь. Толку-то от этого безумия здесь вообще никакого нету. Так, 6 единиц здоровья у нас с тобой. Будем делать вот так вот. Хиляемся. Подснежничек-то должен улучшаться, я так понимаю, да? Будет он у нас замораживать здесь или как? Конечно, будет. Конечно, будет. Куда он денется? Как же без заморозки-то, ё-моё. Слабак этот чертов, а? Еще и этого заморозит зомби мне. Ребят, я просто не знаю, как тут драться. Как тут вообще быть? 2-2. Давай, наверное, вот сюда вот поставим. Ой, а зачем я это сделал? Он же все равно уничтожит. Понятно, короче, сдаемся.
Ну что, ребята, не получается у меня, короче, забомбить этого босса. Пока, пока, отметьте. Ну, я думаю, что в следующей серии мы обязательно с вами встретимся и сможем его одолеть. Ну, а с вами был Рэй. Всем удачи и до новых скорых видосиков.